361. Это политический конкурс на все 100%. Украина не стоит рядом с Сергеем Лазаревым. Это было нечестно, но это настоящее время. Мне очень нравится Джамала как артистка, и поэтому я очень рад, что она выиграла. Это очень плохо. Мы были лучше. Мы Россия, мы впереди всегда, и мы были лучше. Это же было очевидно, что Украина победит. Это было очевидно еще несколько дней назад в Фейсбуке. Серьезно. Все. Мы в печали, мы все в печали. Вот для нас, конечно, всегда будет Россия лучше, всегда будет на первом месте. Но нужно принимать тоже поражение, уметь с достоинством, поэтому поздравляем Украину. Мы тоже молодцы и хорошо себя показали.